Всем приветики. Я хотел бы вам кое-что показать, а именно свой фонарик. Вот так вот он выглядит. Когда-то давно мне его покупали на Алиэкспрессе. И он пришел в такой вот коробочке. Вот так вот выглядит коробочка. Причем довольно-таки круто, что он пришел в таком боксе, что уже говорил о том, что это вроде как солидный фонарик. Так вот он открывается. А внутри такой поролончик. Довольно-таки интересно выглядящий. И с обратной стороны тоже. И даже какая-то еще наклеечка от чего-то была. А, это, по-моему, было там вот, чтобы фонарик не работал, чтобы не было контакта, и он не работал, не разряжался. Вот, это была как бы такая заглушка. Сам фонарик был в пакетике таком пупырчатом. Также в комплекте был чехол для фонарика, типа ты вешаешь его на ремень и ложишь фонарик в чехол. И ходишь там, например, по лесу, и у тебя на ремне висит фонарик. Ты, ну или где-то там ходишь, достаешь и светишь. Также в комплекте была зарядка для автомобиля, которую я, естественно, не использую, потому что у меня нет автомобиля. Есть даже лампочка, показывающая, насколько заряжено. Также была зарядка для USB. Здесь уже, конечно же, нету никаких лампочек. И зарядка, которую я использую для розетки. Здесь лампочка горит красненьким, когда разряжена, когда зарядила зелененьким. И выдает она всего лишь 500 мА. 4,2 вольта и 500 мА. И она вставляется вот в такую штучку. Самое интересное, что все вставляется в такую штучку. Получается, что от автомобиля выходит такая штучка, от USB-шника выходит такая штучка, и от сети выходит такая штучка. Вот она и вставляется сюда. Ну а здесь у нас уже ставится батарея, которая находится внутри самого фонарика. Вот она батарея, мы просто ее ставим, и она начинает заряжаться. Кстати, если подключить сейчас зарядник, то он уже будет гореть таким зелененьким, показывая, что там что-то есть в батарее. Если убрать, погаснет. Когда будет разряжено, красненькое будет. То есть сейчас еще более-менее заряжено. Вот. Ну, по идее, фонарик водонепроницаемый, потому что здесь резиночка, которая не даст протекать в воде. Это, получается, у нас аккумулятор на 3,7 вольта. Речардж батарея. То есть перезаряжаемая батарея. Ну, аккумулятор. И вот она. Здесь получается резинка, которая, если вода попадет, не даст ей пройти. Ну и везде здесь тоже, по идее, должна быть резинка. Но я не проверял под водой, кстати. Но, по идее, должно и под водой работать. Ну и дальше сзади просто кнопочка. Здесь, получается, есть такая вот дырочка, за которую держится еще такая вот веревочка, которую можно, например, на руку повесить. Ну и кнопочка. И все. И просто нажимаем, и фонарь включается. Кстати, далеко светит. Я специально брал такой фонарь, который, у которого именно сосредоточенный такой луч, который можешь на далекие расстояния светить. Ну и на метров. Ну, я ходил по территории, мне нужно было, я когда охранником работал, то метров, я не знаю, на 50 спокойно бьет.
То есть, ну, ту территорию, по которой я ходил, он легко освещал. То есть вдаль он легко освещал всю ту территорию, по которой я ходил. И там все хорошо видно было, в принципе. Ну, такие блики идут по камере, как в этом, как в фильмах, когда какие-то, типа, момент такой, типа, человек заходит в какой-то подвал в фильмах и всегда обязательно в камеру посветит, чтобы, типа, создать такой эффект. Типа, вот он зашел, и сейчас что-то будет страшное такое. И такое, типа, уу. И ты уже понимаешь, что надо готовиться. Вот, ну и такое вот. Кстати, здесь есть еще такие режимы. Получается, когда нажимаешь на кнопку, в принципе, кнопка никак не влияет на режимы, влияет сама плата, которая стоит вот здесь. Когда ты просто выключил, а потом через какое-то время включил, то ничего не произойдет. А если ты быстро выключил и тут же включил, то это будет меньшая яркость, еще меньшая яркость. Потом мигание, и потом более медленное мигание. Получается вот, ты включаешь, светит, нажимаешь, мигание. То есть ты просто быстро нажимаешь на кнопку включения. Вот так оно работает. И, кстати, здесь еще есть проблема у него. Когда батарея разряжается, он начинает как бы плохо работать. То есть он как бы включается, но он как бы светит, но очень слабо, и при этом свет дрожит. То есть ты включаешь, а свет где-то вот такой вот, слабенький, даже еще слабее, и дрожит постоянно. Но сейчас оно дрожит, сейчас оно не дрожит, это именно камера так ловит, вот оно не дрожит. Это именно камера так ловит. А потому что он сейчас нормально, он заряжен. А когда разряжается, он реально начинает дрожать, и получается... Сейчас это именно камера так ловит. А так он дрожит даже еще больше, чем сейчас. Чем сейчас камера передает. Типа, даже не дрожит, а мерцает. Так больше-меньше. Как-то и кажется, что что-то случилось с фонарем. На самом деле нет. Просто он разряжен. И когда заряжаешь, то все, оно начинает нормально работать. То есть именно вот такая вот проблема. Когда разряжается, он начинает дребезжать. Я сразу не понимал этого, думал, что с фонарем случилось. Давай его ковырять, крутить, вертеть, разбирать. А не нужно было. Нужно было просто зарядить. Так что такой вот фонарик. Но еще, кстати, он очень быстро разряжается. Из-за того, что он так далеко светит и так мощно светит, он быстро съедает батарею довольно-таки. То есть за, я не знаю, за, если часа 2-3 активно светите, разрядится. Так что такой вот фонарик. Сюда бы... Батарея помощнее, что ли? Или такую же, но именно по емкости побольше. Вот. Такие вот у меня были раньше покупочки. Я только сейчас решил сделать обзор, потому что уже им не пользуюсь и думаю, что пора бы его продать. Ну и, соответственно, пока он у меня есть, пока не продал, решил сделать обзор. Вот. Ну, а на этом все. Всем покедова.